гэта не падыходзіць. Гэта добрага ранка, сябры. Прывітанне, Лара. Салют усім. А вось гэта добра. Лара, а што ты робіш? Збіраю асабістую барабанную ўстаноўку. Ого! А на што? У нашай школе будзе конкурс. Вясёлыя барабаншчыкі. Трэба сабраць рэчы, якія гучаць незвычайна. Глядзіце, я сёе-то ўжо выбрала. О, і гэта твае барабаны! Так, вось паслухайце, як яны гучаць. Кася, гэта ты? Не ведаю. Можна яшчэ раз? Ага, можна. Мне і самой цікава. Гэта таму, што ў Касі галава пустая. О, а ў цябе якая? Поўная. Зараз пачуеце. Вара, давай. Ты ўпэўнены? Ўпэўнены, толькі не моцна. Добра. Вось дык поўная галава. Ой, Вара, а цяпер усё разам зайграй. Клас! Гэта тое, чаго мне не хапала. Вы павінны пайсці са мной. Тады я на 100% выйграю. О, добра! Добра! А калі конкурс? Сёння ўвечары. Дамовіліся. Ёсць час яшчэ парэпеціраваць. Ну, давайце, давайце. А гледачы пакуль мультик паглядзяць. Вара, пачынай. Ну, ўсё, рэпетыцыя атрымалася. Цяпер перамога лічы ў нас у кішэні. Касі, не хваліся раней часу. Вось выйграем, та ты пахвалішся. Ой, ну добра-добра, маўчу. А чым зараз займемся? Давайте пагуляем. Давайте, давайте. А ў што? Ва ўгадайку. Калі па трох падказках, трэба адгадаць прадмет. Здорава. Ясік, а ты ўжо прыдумаў, што будзеш загадваць? Так. Ну тады пачынай, а мы з Варай потым. Добра. Я загадаў прадмет, які зараз ёсць амаль у кожнага. Вось дык падказка, шмат чаго ёсць у кожнага. Так, і шапачкі, і рукавічкі, напрыклад. Не, гэта не адзенне. А што? Другая падказка, гэта сродак сувязі. Ага, гэта значыць, з яго дапамогай можна пагаварыць, так? Так. Я ўжо здагадалася. Ну, дык кажы. Чакай, давайте паслухаем трэцю падказку. Ну, добра. Лесік, што там у цябе яшчэ? Сувязь, якую гэты прадмет забяспечвае, называюць сотавай. Цяпер я ведаю, гэта мабільны. Правільна, мабільны тэлефон. Ура, 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 мы адгадалі. А цяпер мая чарга. Можна, Вара? Калі ласка, я пасля цябе. Гэты прадмет таксама можа быць ва ўсіх, і ў дарослых, і ў малых. Таксама інфармацыі малавата. Кася, давай другую падказку. Ну, добра. Добра. Вось яна. У гэтага прадмета ёсць дзве ручкі. А часам адна ручка. Ага. У дзвярэй можа быць адна ці дзве ручкі. Усё, давай адказваць. Пачакай, Лесік. Нельга сказаць, што дзверы ёсць і ў дарослых, і ў малых. Праўда, сябры? Ага, што ж гэта? Будзем думаць далей. Кася, давай яшчэ падказку. Ай, добра. У гэтым прадмеце носяць розныя рэчы. Ага, з ручкамі. Можа быць, у кожнага носяць нешта. Не ведаю. А я ведаю. Няўжо? Гэта сумка, так, Кася? Вара, ты адгадала, малайчына. Ух ты, сапраўды, як гэта я не здагадаўся. Ну, не засмучайся, іншы раз. І такія разумнікі, як ты, памыляюцца. Вара, цяпер твая чарга.
Зараз я буду вельми-вельми стараться отгадать. Так, этот предмет сделанный с паперы. Это первая подсказка. Что за угодно может быть с паперы? И книги, и шитки, но вот у прихожения. Правильно, тому мы слухаем далее. Другая подсказка. Им зал сюда что-нибудь написано. О, у меня же все ж книга. Ти шиток. Как вы думаете, сябры? О, чуешь? Яны так само не ведают покуль. Да ты слухайте опошнюю подсказку. Яго отправляюсь по почте. А, теперь все зрозумело. Это письмо. Письмо. Вы цудовно справились. Малайцы. Ага, особливо я. Я ж сказал, что догадаюсь. О, чому это ты? Я первая сказала. Не, я. Тишей. Вы оба молодцы. А кто будет спрачаться, тому мультфильм не покажу. О, все, молчу. И я. Теперь покажешь? Ну, я дома. Глядим. Ой, який чудовний мультик. Дякую, Вара. Вара, где она? Не ведаю. О, только дошка з'явилась. Ой, что? О, а там одни малюнки. Девчинка выбегает. С девчинка. Кто? Вара ведома. Саправды. Значит, яна некуда побегла. А чому не написала, а намалявала? Это такие вид поведомлению. Пиктограмма называется. Мусить, Вара вырашила проверить, как мы ее зразумеем. Ага, ну тогда давай разбираться. Яна, значит, побегла некуда. Так, далей надпись 5 хвилин. Значит, на 5 хвилин. О, значит, хутка вернется. А потом гляди, кубочки намалеванные. И она что, побегла чай пить? Без нас? Ну, Вара, а еще сябрука называется. Як я намогла, мы ж так само хочем чаю. С баранками. А я на сама буду ласоваться, поколь мы тут сядим. Не чакала я ей такого. И я. А давай, коли я навернется, не будем с ею размовлять. Давай, усё, молчим, як воды у рот набравши. Давай. Кася, Лесик, да поможите, коли ласка. Эй, вы что, меня не чуете? Все мое поведомление не зауважили. Усё мы зауважили, Варочка. И теперь с тобой не размовляем. Чому? Бо ты без нас чай побегла пить. Я? Да я имела на увазе, что я хутка вернусь, и мы разом чай пить будем. Правда? Ну так. Я выбегла, а потом вернулась с кубочками. Ну на что тут крыудиться? О, значит, мы просто тебе неправильно зразумели. Ну ты давайте хучай чаевать. А теперь я с вами не размовляю. Как вы могли про меня такое подумать? Ну, Вара, ну пробач. Ну, Клиласка, ну погляди на нас. Пробач, Вара! Мы зараз сами на стол накрыем. И мультик для тебя самый лепший уключим. Но он как раз начинается. Ну что ж, поглядим, что за мультфильм. Ну як, Вара, теперь пробачаешь нам? Пробачаю, ведомо. Ура! Мы ж сябры. А між сябрами чаго не бывает. Треба здаровать. Вось гэта правильно. Бери еще, вон, частуйся. Ой, не, дякуй. Я болей не хочу. Добре, что мы помирились. Бо развитваться треба у добрым настрое. А что? Уже час развитваться? На жаль, так. Але не сумуйте, мы ж хутко убачимся с самого ранку у нашим добраранку. До побачення, сябры.